Здравствуйте. Докладываю обстановку. Жарко. Конец июня прям какой-то вообще ужасный выдался в плане погоды. Ну, не, я сам-то, честно говоря, люблю тепло. Но, блин, компьютер мой, он совершенно против вообще такой жары. Ну и опять же, сидеть голым за компом и обливать потом мышку, тоже такое себе. Поэтому неделю пришлось взять вынужденного отпуска и ничего не снимать. Но решил я все-таки вот такой формат попробовать, сделать вот в таком формате прогулки, обзора, попытаться. Я не знаю, конечно, как со звуком тут будет, потому что сейчас очень шумно, а микрофона направленного и какой-то петлички абсолютно нет. Посмотрим, если все будет хорошо и по звуку брака не будет, соответственно, видос этот нормально выпущу. Собственно, вообще, к чему все это? Я бы хотел огласить некоторые планы на июль месяц, чтобы было просто понимание, какие ролики будут выходить, какие не будут выходить. Начнем, наверное, с того, чего не будет. Я так подумал и решил... Блин, шумит фигня. Я так подумал и решил, что видео по Going Medieval следует, наверное, прекратить, потому что в игре в целом показывать тупо нечего. Боевка отсутствует, но понятное дело, что это ранний доступ, собственно, поэтому боевки-то там и нет. Ну и полный, абсолютно полный клон Римки, только перенесенный в 3D-плоскость. Заниматься какой-то пустой постройкой мне там совершенно не хочется. Опять же, о том, что сезон будет короткий, я говорил в самом, на самих видосах, когда они выходили. Ну, вот так вот, без начала, без конца он закончится. Ну, серьезно, реально скучно в нее сейчас играть стало, поэтому я думаю прекратить. Я надеюсь, там хорошо будет видно. Вот теперь касаемо планов на июль месяц. Хочу я в этом месяце сделать два сезона. Два сезона игровых. Каждый сезон будет примерно по 20, 21, 22 серии. Первый сезон будет по Факторио «Марафон мира смерти». Опять же, там, скорее всего, будет ближе к сезону уже какие-то подрезки идти, потому что будет много контента, который нужно будет тупо скипать. И смысла показывать вот этот вот пустой контент не будет абсолютно никакого. И вторая игра, которую я планирую снимать, это Oxygen Not Included, который я давно уже хотел начать по нему съемки. Все никак не получалось. Он тоже будет примерно на, как я уже сказал, на 20, на 22 серии, может быть, как-то так. Плюс-минус какой-то план уже на сезон у меня готов. Да, и там серии будут, наверное, думаю, минут 45, час. 45-60 минут. Примерно в такой тайминг хочу укладываться. Так что все, кто любит засыпать или пить под мои ролики, ну, пить чай, я имею в виду, да, с печеньками совсем, вот, можете вполне смело будете их оценить. Спасибо, мужик. Бла-бла-бла. Вон там, видите, как чувак загорел. Прямо лето жаркое удалось в этот раз. Итак, немножко тут объявление, музыка громко играет. Я боюсь, что не слышно будет ничего на камеру, плюс ветер дует. Придется опять чуть-чуть отойти. Поэтому вот эти вот два сезончика, «Марафон мира смерти» по Факторке и «Оксиджен», в июле выйдут полностью. Единственное, что я пока не знаю, в какие дни конкретно будут ролики выходить, потому что расписание может немножко в зависимости от каких-то планов своих личных меняться. Но в любом случае, все это будет указано в этих планах, в этом расписании. Всегда можете по ссылке найти его и посмотреть. Да, и, конечно же, серии все у обоих сезонов будут доступны в раннем доступе для тех, кто подписан на Патреоне. Так что, если имеете желание поддержать меня, канал, и посмотреть сильно раньше данные сезончики, то ссылка будет в описании, можете проходить, смело подписываться. По поводу прямых трансляций, стримов. Трансляции планируется примерно штук 18-20 за июль месяц. Стримы будут выходить по тем же самым играм, которые я уже показывал. Это Factorio Rampant, и RimWorld HSK. Расписание будет у них такое же, какое и было. Факторка — это нечетные дни недели. Понедельник, среда, пятница, воскресенье. То есть первый, третий, пятый, седьмой день. Но в какие-то дни, понятное дело, их не будет. Какие-то будут, какие-то не будут. Ну а Римка по отчетным — это вторник, четверг, суббота. Опять же, все это постараюсь согласовать с расписанием, точнее, с планами, как они у меня называются. Касаемо Факторио Боба Ангела, ролики будут выходить по мере готовности. Мы сейчас с командой фиксиков
готовим, опять же, к следующей эпохе, к съемкам. Там достаточно много подготовки нужно будет. Поэтому по мере готовности, как только будет готово все к записи, мы это все запишем. И, соответственно, серии будут выходить. Но их будет не очень много, потому что, сами понимаете, трудоемкость подготовки вот таких роликов. Слишком много времени нужно это тратить, поэтому как только, так сразу. Ну и сразу же, забегая вперед, наверняка там полетят в комменты, типа, где Люся, дизлайк, отписка. Ну, сезон монтажный Парень World. Насчет этого могу сказать только одно. Как будет время, я буду этим заниматься. Опять же, я не знаю, сколько получится вообще на это времени выделить, потому что у меня в сутках всего лишь 24 часа, и заниматься хотелось бы побольше, но, к сожалению, сил у меня нет, потому что и ролики делать, и стримы вести, это, как я надеюсь, многие догадываются, это реально фулл-тайм работа, и это занимает все очень много времени и сил. Тут понятное дело, что отснять это... Блин, что тут за какой-то адский шум. По мере наличия времени я постараюсь все-таки их делать, но ничего обещать не буду. Как сто раз уже говорил, фиг знает, когда получится это делать. Серии, на две серии материала снят, но все это озвучить, демонтировать, до конца довести никак сил не хватает. Но опять же, силы и время. Два главных фактора, которых нифига не хватает, что солнышко зашло, не так сейчас, наверное, будет в глаза слепить. Опять же повторю, все будет в расписании, оно же планы. Плюс в группе ВКонтакте всегда дублируется информация насчет предстоящих трансляций. Но понятное дело, что в Дискорде там и бот, и я сам делаю анонсы. В Дискорде там всегда есть инфоканал, откуда можно черпать информацию по выходящим роликам и предстоящим трансляциям. Ну а если по каким-то причинам кто-то не сможет ролики смотреть в июле или не захочет, то вы не забывайте, они вам приснятся. До свидания.